Приветствую вас, подписчики и гости нашего канала. В сегодняшнем видео я вам расскажу про установку программного обеспечения для Xprinter. Это программа Bartender Ultralight версия, которая идет в комплекте с принтерами Xprinter. Вы сможете ее совершенно бесплатно установить и использовать для создания своих этикеток. Испытывать программу будем на принтере XP235BM. Это модель с шириной печати до 58 мм. Очень надежная, зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Для небольших этикеток с шириной до 58 мм одна из самых лучших бюджетных моделей. Сперва я коротко расскажу про установку драйвера. Если у вас уже драйвер установлен, вы можете перемотать сразу до места с установкой. Так, включаем принтер. Он производит автоматическую калибровку. Заходим на сайт xprinterdv.ru, раздел поддержка. Здесь вы можете посмотреть более подробное видео по установке драйвера. Заходим на скачивание драйвера. Скачиваем драйвер. Пока скачивается драйвер, заходим в папку программы для этикеток и скачиваем здесь вот этот файл Bartender Ultralight для Xprinter. Точно так же нажимаем скачать, но он у меня уже скачанный, поэтому я его не буду повторно скачивать. Но вы его скачиваете. Открываем файл драйвера. На этом этапе принтер должен автоматически определиться. Если он этого не сделал, можно попробовать сделать включение-выключение. Кстати, у этой модели есть хорошая функция. Он может замотать назад этикетку, что может экономить этикетки. Если автоматически принтер не определился, тут нажимаем другое. Нажимаем далее. Выбираем модель, которая у вас. Принтер определился на USB 1. Нажимаем далее. И готово. Заходим. Принтеры и сканеры. В списке видим наш принтер. Берем управление, свойства принтера. И на закладочке настройки страницы добавляем размер этикетки, который у нас сейчас установлен. 58 на 40. 58 на 40. Окей. И можно пробную печать запустить. Если мы видим слово тест с драйвером, значит все хорошо, установка завершена. Можно приступать к установке программы Bartender Ultralight, которая для Xprinter бесплатно. Ранее вы уже скачали файл. Запускаем его. Выбираем русский, либо любой другой язык, который вы хотите.
Нажимаем далее, принимаем, далее. Оставляем тут все как есть. Установить. Скорость установки зависит от скорости вашего компьютера. У кого-то это будет быстрее, у кого-то медленнее. Поэтому в среднем где-то несколько минут. Выбираем галочку «Открыть руководство», «Создать на рабочем столе» и «Запустить» можно оставить. При первом запуске будет окно, где нужно выбрать самый нижний пункт «Запустить бесплатную версию», после чего вы попадете уже непосредственно в создание этикеток. Нажимаем «Создать». Пустой шаблон. Тут все оставляем по умолчанию настройки. 58 на 40. Если тут у вас уже установлено, то можно оставить. Если нет, можно выбрать размер, определенный пользователем, и вручную здесь ввести. Нажимаем «Готово». Так, развернем побольше. Вот оно, поле этикетки. И здесь можно взять текст и несколько строк. Ну, обычно на этикетке пишется описание и штрих-код. Давайте вот мы возьмем LAN13, который чаще всего используется. Мы можем величину, ширину, все это регулировать. Также мы можем менять размер цифр, которые внизу. Нам такие цифры большие не нужны. Можно сделать вот 8. Ну, вот самый простой образец этикетки, описание и штрих-код, который в большинстве случаев используется. Нажимаем на печать. Ну, можно несколько штук. И печать. Ну и вот мы видим тот образец, который мы только что распечатали. У нас распечатался. В принципе, программа достаточно простая. Помимо текста, штрих-кода, вы можете добавлять различные элементы, типа линий, различных геометрических фигур, а также картинки, логотипы и прочее. Надеюсь, что видео было вам полезно. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие видео. Всего доброго. До свидания.